ладно, пацаны. Окей, ты же Хантер Статрек. Что? А чё? Эй, тихо. Статрек тоже Хантер. А что, если мы с тобой разыграем Treasure Hunter между подписчиками, а не тебе? Давай его разыграем, лучше будет так. У меня и так скинов на самом деле много. И всем здорово, пацаны, у микрофона, как обычно, Rush. Сегодня со мной Ероксенок. Ероксенок, здравствуйте. Ну, здравствуйте. В общем, Ерлан, у меня для тебя сюрприз. Сегодня у меня самая необычная серия из «Покупаю все скины», с которых меня убьют. Сегодня, короче, все скины, будь то Gambit Gold, будь то Treasure Hunter, будь то хоть чё вообще. О, у чувака Treasure Hunter, АКР! Ой-ой-ой, у противника. Короче, все это идет тебе, братик, сегодня в подарок и на Новый год от меня. Как тебе? Не, слушай, а эта тема интересна, то есть это лучшая рубрика у тебя на канале. Короче, да, сегодня все скины я подарю Ероксу. Вот, и знаете, если меня убьют Скер Голда, короче, пацаны, то мне его придется купить не себе, мне придется его купить Ероксу. Это вообще какая-то габелла, но я на самом деле очень давно хотел снять этот ролик, но на ММ просто тупо невозможно было зайти нормально, потому что читеров был просто полный вагон, как говорится, ребятки. Да-да-да, а сейчас наконец-то вышло обновление, да. Их просто нету. 0.15.0, да. Мы, пацаны, погнали! На GG Standoff новогоднее обновление. Добавили новые кейсы со скинами и токенами для нового ивента. При пополнении ты получишь бесплатные скины зимнего снегопада. Тебе нужно их просто забрать. А по моему промокоду ты можешь крутить бесплатный барабан бонусов и получать клевые подарки. Ну а по данному промокоду ты получишь крутой бонус к пополнению. Скорее залетай, ссылочка в описании. У них, короче, скинов вообще просто миллиард, слышь? Просто вот, хорошо, обида. Слушай. Ничего хорошего, Ерлан. Есть! Ага. Челу, которого Treasure Hunter, я его убил, кстати. С хаешку кинули. Последний минус два! Ой-ой-ой! Ой-ой! Тихо, зарезал! Там за мной бегут! Бегут! Бегут, Ерлан! Ага, уйди! П-350 не он! Фух, ладно! П-350 не он, я могу себе позволить, идем покупать, пацаны. Ну шо, пацаны? П-350 не ончик, Ерлан. Я как бы, мне не жалко брать, я тебе покупаю. Окей. Мы идем дальше в каточку. Надеюсь, что будут. Надеюсь, что тебе будут такие же скины все время. Пожалуйста, пожалуйста. Короче, Ерлан, давай так. Давай так. За каждый килл, за каждый твой килл, я буду накидывать тебе еще 50 голды. 50 голды? Да. Но есть одно но. Мы должны выиграть, чтобы ты голды это получил. Если мы проигрываем, то ты, соответственно, потеряешь всю свою голду. Как тебе идея? Слушай, идея топовая. А ну-ка, давай. Готов. Но пистолетку давай. Выиграли, сейчас. Кстати, это уже хорошо. Ух! Да. Так, ну пока по 350 не он, пока все слабенько, братик, как бы, ну ты понимаешь, сам все хорошо пока что. Мы... По 350 не он, ну блин, ну это обидно. Ерлан, если честно, я не особо хочу давать тебе... Так, чё? Наверное, Аврора. Фух. Аврора? Какая Аврора? Это анкомоночка. Так что, как бы, идем покупать, пацаны, нет проблем. Tech 9 Аврора. Без проблем, надеюсь, что он купится. А давай я попробую по запросу. Кейс? Ладно, давай, какой? Давай так, нет, давай на анкомонку тогда стикер-пак открывать. Как думаешь? Ну давай. Ну как бы, блин, ну это по-честному, я думаю, будет. Давай. Стикер-пак, сейчас, прикинь, аркана падает, короче, будет смешно. Самурай, либо... Не, нам выпал стикер В2. Ладно, пацаны, нас заждались там, мы бежим дальше играть. Да, погнали. Ой, первый фраг, 50 голды. Живи, живи, мы должны выиграть. Точно. Давай, брат, мы должны выиграть. Меня, блин, до мастера понизили. Из-за читеров, короче, пацаны сдавались и все. Плюс 50 голды. 100 голды у тебя. Давай, короче, я предлагаю так. Мне нужна твоя сейчас поддержка в виде киберспортивной пятюни керамбитами голд. У нас у обоих, между прочим. Раз, два, три. Оба, нормально. Все, погнали, брат. Брат, мы живем. Я очень сильно не хочу покупать скины, поэтому я хочу жить пока что. Нужно как-то в крысу, что ли, отыграть. Мне так нравится последнее время играть с дробовиком, честно говоря. А, так он, да, он имба. Ой-ой-ой, тихо, живой, пока живой. Спасибо, что живой. На. Тихо, сейчас на префи выйдет, пац. Я слышал его где-то возле темки. Брат, мне нужна помощь. Я умер. Блин! М16 фейсит, хорошо. Ух. Ну, нормально, залетает. Чё, какая-то это пранк какой-то? Тебя убили по-любому с этого. Не-не-не, фейсит, брат, фейсит. Братик, еще одна анкомоночка. М16 Да почему тебя так на эти анкомоночки тянет? Ну слушай, анкомонки почему-то не покупаются, понял? Брат, они не покупаются, ты понимаешь? Они не покупаются. Анкомонки именно не покупаются. Окей, как договаривались, давай стикер-пак. Ладно, давай стикер-пак. Все ради тебя, на Новый год тебе, братик. Ой, минус 28, нормально. Минус 28 уже хорошо. Едем дальше. Слушайте, это хороший лайфхак, говорит.
объяснить Ерлану, что меня убили с одного. А мне на самом деле там убивает, сказал, Кер Голда. А я говорю, ну Кер Скрэйч там, брат. На монтаже потом понял, подставлять, короче. Блин, я реально боюсь отдавать им экономику, потому что у них дорогие скины довольно-таки. Если мы сейчас им экономику дадим, то это будет ГГ просто. Я просто тебе солью 1010 голды сейчас. Вот это будет смешно. Я могу им подкинуть свою М4-100-трек. Так не считается, только с их скинов. Только с их скинов, брат. В смысле считается? В смысле нет? Да блин, я 30 миллионов раз не попал. О, G22 обычный. Идем Кейси крутить, братик, тебе. Хорош! Чё ты чё творишь? Живи! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ладно. Так, ладно, нам надо выигрывать. Все, собрались. Будем рашить в хантан? Да, да, тихо, я хай, я да, о, слепо дал. Это скорее всего не А. Дом! А Carflow 100 трек, это, короче, новая коллекция, поэтому ее, извините, кого, как говорится, купить нельзя, братик, поэтому выкрутим кейсик. А вот и первый кейсик, я понял. Ладно, шо, братик, шо хочешь, какой кейсик тебе нужен? Фейбл, хочу фейбл. Ой, фейбл, ну ладно, давай, открываем фейбл, пацаны. О, там три бабочки сразу пролетело сходу в самом начале. А что упало? Дигл эйс. Погнали дальше. Ладно, пацаны. АКР, Treasure Hunter 100 трек. Что? У него АКР, Treasure Hunter 100 трек. Ты сейчас серьезно? Без шуток, серьезно. У меня сейчас очко поджалось, брат. У меня сейчас дико поджалось очко. Ты сейчас не шутишь. А у кого это Treasure Hunter 100 трек? У чувака с ником Treasure, да, примерно? Я не знаю, скорее всего, да. Но я очко ставлю, что у него АКР, Treasure Hunter 100 трек. Обалдеть, брат. Все, мне страшно. Блин, все, я вообще не вылезу никуда. Я буду здесь. Главное, сейви меня. Ой. А есть на понту. Я его перестрелял! Тихо! Или это не он? Это не он! Фух, флоу! Кейс идем крутить! Фух! У меня чуть сердце не остановилось, ты не представляешь. Мы идем крутить кейс, пацаны. Фух! Так, Ерлан, ну меня убили, короче, с АКР Флоу, вот этого вот новая коллекция, поэтому это кейс. Че, также фейбл покупаем? Не, давай сейчас фурию, да, фурию. С меня еще такие керамбиты падают, да, лучше фурию. А мне вот вчера со скорпиона на стриме повезло. Подписчик сказал, открой 3 скорпиона, я открыл, и мне нож выпал. Ой, керамбит пролетает! И Йомпшарк! Ну, статрек! Нет, не статрек, не статрек. Ладно, едем дальше. Чую сегодня, я потрачусь нормально. Уже потому, что на кейсы начинаю тратиться, блин. Давай, поехали дальше. У тебя уже 250 голды, блин, счет. Блин, все, мне очень страшно. Мне очень страшно. На фонтане. Я ухожу. Не, на самом деле, ты сейчас меня байтишь, что типа ты пошутил, что... Потому что ты просто тупо хочешь себе карт Treasure Hunter 100 трек, да? А че? Ой, тихо! Я вижу. Как ваши дела, Краш? Я не знаю, брат. Брат, я не знаю. Я предлагаю тебе бартер. 10 кейсов, брат. 10 кейсов, брат. Мало. Сколько? Сколько хочешь кейсов? Качок, Air Treasure Hunter. Капец, ладно. Обалдеть. Это 10 кусков голды? Да. Смотри, ты серьезно его купишь? Ну, что делать теперь? Ерлан! Treasure Hunter 100 трек! Treasure Hunter, слушай, я предлагаю тебе сейчас вот тут вот растянуть интригу, и у меня есть к тебе одно предложение. Давай я его в катке тебе расскажу. Договорились? Давай, погнали. Ну, а там ты же сам решишь, договорились? А предложение интересное? Очень интересное. Это такое, знаешь, на твою совесть предложение. Ладно, пацаны, окей, едем в катку, надо. Смотрите дальше, сейчас все будет. Самый жесткий выпуск. Окей, я заберу край. По его тражу. Ай-яй-яй! Меня убили с АКР 12 Spring, брат. Покупаем! АКР 12 Spring. Так, что у нас там? АКР 12, это опять инкома, она сейчас, скорее всего, не купится. Слышь, а почему все покупают, а я не могу? Извините, кто-то уже купил. Опс. А, все, купилось. Ла-ла, стикерпака, брат, не будет. Сори, электричество закончилось. Ладно, идем играть. Да, мне, в принципе, и этого хватает. АКР Treasure Hunter одного. Охренеть, я бы сказал, пацаны. Это такой контент. Не дай бог, это соберет мало просмотров. О, я еще самый ценный игрок, смотри. Тебе еще 400 голды, столько кейсов и еще столько раундов впереди. Фух, как же хорошо, что Затеров заканчивается сейчас каткой. Ну давай только так, знаешь, пожалуйста, что? Я хочу с тобой договориться, брат. Сразу, изначально хочу договориться, что если бы он меня еще раз убивает с Рыжих Хантера, второй я тебе не покупаю. Договорились? Ну да. Это уже слишком перебор будет. Я его убил.
Ой, фух. С обычного SM-10-14. Хух, я его убил, главное, все, слава богу. Обычный SM-10-14, опять кейс. Давай Скорпион, давай еще раз Скорпион. Как смотришь? Давай, давай. Я уже купил, я уже купил, я уже кручу. Ну давай. Акернано, статрек. Нет, обычная. Да две голды, рарка. Помойка. Ладно, едем дальше, пацаны. Смотри, предлагаю тебе такой бартер. А что? Ой. Слышишь? Стой. А что, если мы с тобой разыграем Treasure Hunter между подписчиками, а не тебе? Да, тут, да. Как ты? Что говоришь, АКР хочешь оставить мне? Нет, смотри, хорошо, выбирай. Реально, без шуток сейчас. Выбери, смотри. Я покупаю либо его тебе сейчас, либо, короче, разыгрываю его между подписчиками нашими. Давай его разыграем, лучше будет так. У меня так скинов на самом деле много. Мы его разыграем. А давай лучше так, смотри. Он стоит 10 голды, 10 победителей по косарю. Кстати, да, тема. Пацаны, для участия нужно досмотреть этот ролик от начала до конца без перемоток, поставить лайк этому ролику, подписаться на мой канал с колокольчиком и на канал Ерокса, ребятки, и комментарий с Тормоди Стендов 2. Да, условий много, но победителей тоже много и голды реально достаточно, блин. 10 косарей голды. Обалдеть, Ерлан, вот это контент, вот ты вообще просто, ты что делаешь? Ну зато смотри, сколько у меня голды, сколько я выиграл, смотри, сколько я выиграл голды. 550 голды уже. 550, ну хорош. Так, ладно, мы за КТ идем. Пацаны, участвуйте обязательно в конкурсе на Treasure Hunter. Да, как бы, блин, капец. Не, шансы реально большие. Блин, у меня 10 хп, брат, помоги. Я живой. Их трое осталось. Ой-ой-ой, файн, пойдет. Юсп файн. Ты мне купишь Юсп файн? Да. Это почти как 5 скинов и голда почти. Слушай, будет, он что-то не покупается. Именно почему-то анкомонки, понял? Плохо покупаются. Ой, ладно, все, уговорил. Стикер пак, давай, все, уговорил. Погнали. Лаки Стар, вонючки. Вонючка. Почему у меня аркана не падает? А мне выпадало. Хороший выбор, на самом деле, что мы между подписчиками это разыграем. Без шуток. Я это очень странно было бы тебе. Не, ну конечно. В принципе, если ты хочешь, конечно, я могу тебе его отдать без проблем. Типа, все честно. Да не, лучше давай его разыграем. Все, давай, собираемся. Нам надо как бы затащить катку эту. В тёмке есть, не прострели. У челиков Амаз Фьюри статрек. Да ладно, это 800 голды. Ой, статрек MP7 ревайвал. Ревайвал, слава богу, ревайвал, брат. У меня просто пролагал сервер чуть-чуть. Мы еще и проигрывать начинаем. Короче, ревайвал, пацаны, это кейс, мы идем открывать кейсик. Так, пацаны, нас убили с новой коллекцией с ревайвал. На рынке ее еще, к сожалению, нету, поэтому мы покупаем, в принципе, кейсик. В принципе, давай. Фуриус, ревайвал, фейбл. А мы вот уже открыли Фуриус, открыли фейбл, открыли Скорпион, может, ревайвал? Нет, фейбл. Ладно, давай, фейбл. Ой, легаси пролетает, все пролетает. Это что? Это лич. Статрек? Нет, не статрек, обычный лич. Почему не баттерфлай легаси? Ладно, брат, поехали дальше. А можешь дать буст на мид? А дай буст на мид. У меня такой пингвинчик классный на дигле, брат. Висит давай, такой давай. Красивый. Стрельнул сядь. Куча голды, брат. Это вообще, ты достал меня, ты меня раздражаешь сегодня, Ерлан. Ты 15 тысяч голды уже потрачешь на этот ролик где-то. Ну наверное, нет, еще не 15, пока где-то, наверное, 1012 только. Ладно, пацаны, идем покупать Винджи Сатрек. Ерлан, ты достал меня, иди в жопу с этими Винджитами. Ты Treasure Hunter хоть и тебе, бля, хоть подписчикам раздам. А сколько она стоит, что это? Я не знаю, мне кажется, капец как дорого. Я боюсь даже смотреть. М16 обычная стоит 385. Подожди. А прикинь, сколько стоит этот трек? 2500. 3 косаря должна стоить. Блин, я думал, 3 косаря стоит. Ладно, я покупаю, брат. С наклейками? Покупаю с наклейками. Первый лот с наклейками. Давай. Отлично, мы теперь вот крутая М16. Ай, капец, 2500. Я думал, она косарь стоит, брат. Я думал, она стоит косарь. Ладно, едем дальше, пацаны. С каких пор стендоферы начали покупать себе дорогие скины? Я не понимаю. Вот молодцы. Ну, это жесткий выпуск. Это точно достойно лайка, пацаны, вашего. Обязательно поставьте лайк. И смотрите ролик до конца, потому что здесь, скорее всего, еще будет происходить просто полный трэш. Ну, мы проигрываем хотя бы. Возможно, сейчас твои киллы все сгорят, братик. Не понял, какие смыслы сгорят. Сейчас я выиграю. Давай, нам нужна тактика. Просто рашу Б, смотри. А, ты на Б? На понту. Так, стоп. Где он?
Да блин, почему не ваншот? Ой, обещаем 16. Идем крутить кейс, пацаны. Блин, вообще капец. Капец. 10-13 иду. Блин, вообще ужас какой-то, брат. Так, ну хотя бы кейс. Хотя бы кейс, короче. Слава богу. Фу. Кейс, давай, 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 ладно. Давай ривал. Давай ривал, ривал, давай. Да, давай ривал. Ну, давай. И ножик, ножик, может ножик, может ножик. Нет, MP7 в рот. Ну ладно, пойдет. Хотя бы не рарка уже, слава богу. Фух, я помню, мы его бустили, да. Кстати, он стоил у нас 300 или 400 голды. Ладно, мы едем дальше, пацаны. Так, а ты... Ой, опять статрек винжит, Опять статрек винжит, но... у меня просто сегодня не идет игра. Это ужас, Ерлан. Ой, ну сори, братик. Я тебе скажу так, что мы сейчас покупаем кейс. Правило есть правило. Что делаем, какой кейс? Давай фейбл. Фейбл, окей. Я хочу бабочку. У меня еще бабочка никуда не падала, она и вон тезу падала. Я, кстати, все ножи уже выбивал, кроме бабочки. Use pieces. Ну давай, статрек и мы его купим. Нет, опять, тебе сегодня вообще даже на статреке не везет, короче, братик. Ладно, окей, мы едем дальше. Надеюсь, все, смерти закончится, пожалуйста. Пацаны, давайте проиграем, пацаны, давайте проиграем. Пацаны, давайте проиграем. Блин, хух, проигрываем, хух, проигрываем. Ладно, все, надо собраться. 10-14, что-то вообще не очень. Счет у тебя 14, так, по 50. Это уже у тебя до хрена голды, это 700 голды. Ты че, офигел? А их может не быть, если я сейчас проиграю. Ну да, 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 да. Не, ну я не буду сливаться, честно. Специально не буду, типа, если убивают, убивают. Да блин! АКР-12 Flow, это кейс, пацаны, это кейс. Идем открывать кейс. Господи, Ерлан, да блин, меня достали твои вот эти вот АКР-12, Ерлан, достали эти кейсы. Че крутим, фейбл? Да, давай еще будет дальше кейсы, фейбл, давай фейбл. Давай, ладно, давай, бабочку, М110 Cyber, Ну, даже не статрек, понятно, пацаны, надеюсь, пожалуйста, стендов 2. Не, игроки, не убивайте меня, пожалуйста, я мирный. Давай. Фух. Все или ничего, ребята. Счет 6-9. Нельзя проигрывать. Да, давай, ладно, все, собрались, брат. Собрались. Гол запушимит. Да не, какой пушит, ты что? Играем в аккуратно. Ладно, давай, все, я согласен, ладно, давай. О, еще. Типа еще там же должен быть. Живой? Еще там же должен быть. Так, я затащу, брат. Откуда? Ух, хру! Самый лучший игрок в мире стендофа, это краш, все. Так, а я буду жить. М16 Чё? Обычная опять. Да сегодня столько кейсов, Ерлан, тебе, господи, ты достал. Ты хочешь мне нож выбить? А вообще, знаешь что? А, ну ладно, не, ничего. Шо, Ерлан, кейсик? Какой? Давай снова фейбл. Фейбл, конечно, фейбл. Но он неокупаемый, нифига, Ерлан. М-ка самурай пролетела прям жестко. FNFL тактика. А, нет, G22 Starfall. Не повезло. Ладно, братик, давай я тебе еще один кейсик сходу подарю. Просто вот подарочек. Давай, фейбл кейс давай. Один. Ой, я надеюсь, все, давай. Больше смертей не будет. Если меня сейчас убивают, типа, с этого, с обычной пушки, то это зачитывается. Если не убивают, то тогда просто подарок, окей? Все, ничего не выпало, брат, если скажу так. Кстати, мы, скорее всего, проиграли 1-4. Хотя он сейчас выиграет, смотри. Я на него ставлю свое очко, смотри. Минус очко, просто изи, пацаны, смотрите. Смотри, видал? Смотри. Минус очко, брат. Я ставил, что он проиграет. Все, пацаны, все. Участвуйте обязательно в розыгрыше. Надеюсь, вам этот ролик понравился. Мы, к сожалению, проиграли. К сожалению, голда Ерокса благополучно сгорает, ребятки. Но он сегодня получает... Он получает сегодня до хрена, на самом деле, себе кейсов и всего-всего, ребятки. Вот, в общем-то, я надеюсь, вам этот ролик понравился. Так, если это, то тогда лайк с тебя, подписочка на канал. Всем удачи, ребятки. Был рад сегодня с вами. И вот подписочку еще. Подписочку скушали. Подписочка. Скушали подписочку и на ролики тыкнули, пацаны. Всем пока.